Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет! Сегодня у нас 25 ноября 2017 года. Построили мы теплицу Midlider шириной 3 метра, длиной 8 метров. По торцам у нас установлены разрезные двери, форточки. Из особенностей, что у нас теплица стоит закреплена на основании, изготовлена из уголка. То есть у клиента были столбики, торчали из земли. Был уголок рядом лежащий. Приехали, вымерили, выпилили и сварили основание. Вот так вот это все изнутри. К нему закрепили каркас теплицы. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, окраска полимерно-порошковым способом. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Вот второй торец, тоже разрезная дверь-форточка. Верхние форточки для проветривания. Поэтому называется теплица по Midlider. Из-за того, что сверху сделаны вот такие оригинальные форточки. Также для большей жесткости установлен диагонали с каждой стороны теплицы. Так, сейчас торцы еще посмотрим. На торцах для большей герметичности установлен резиновый уплотнитель. И снаружи уголок 50 на 50 в качестве отлива. Так, а я напоминаю, что мы строили теплицу Midlider 3 на 8. Сейчас послушаем отзыв. Я надеюсь, довольного клиента. Здравствуйте. Значит, еще раз. Здравствуйте. Значит, появилась нужда в теплице. Вот, к сожалению, поздно спохватился, уже вот зима на дворе. Но компания «Уральская усадьба», так сказать, помогла, приехали. И вот в течение одного дня построили такую прекрасную теплицу. Видно, что прочная, надежная, вот, очень функциональная. Поэтому советую всем, кто будет ставить теплицу, обращаться эту фирму, и за вполне приемлемые деньги можно поставить вот такую теплицу. А откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? В интернете узнал. Из интернета? Да, выбирал долго, сами понимаете, до самой зимы. И вот, в общем, так получилось, что очень доволен остался. А сколько времени прошло с момента заказа до момента вчера монтажа? Заказал, сегодня мне ее сделали. Так что вот быстро, очень быстро, да. Понял, спасибо вам за отзыв большое. Давайте. А мы всего продолжим. Хорошего. И вам тоже. В работе. Спасибо. Побольше заказчиков. Спасибо большое. Вот на этом мы с вами будем прощаться. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.